парке Наташинские пруды отметили День физкультурника. На территории роллердрома состоялись показательные выступления хоккеистов, борцов и гимнасток. На празднике побывали и мы. Несмотря на дождливую погоду, дню физкультурника быть. Хоккейные команды готовятся к товарищескому матчу. Сегодня на роллердроме встретятся спортсмены из Москвы и Люберец. Настроение у всех боевое. Совместить приятное с полезным, показать публике, что такое хоккей на роликах, и потренироваться, провести товарищеский матч. Это наша, скажем так, тренировочная база. Здесь мы тренируемся и уже выступаем далее в соревнованиях. В то время как хоккеисты гоняли шайбу на роллердроме, перед посетителями парка выступила Ульяна Сафронова. В свои 7 лет девочка – многократный чемпион России по спортивной аэробике. Затем на этот же ковер по очереди стали выходить команды по вольной борьбе. Мы привлекаем всех спортсменов, наших коллег, товарищей, людей, которые к спорту не имеют никакого отношения. Мы стараемся всех их приобщить к спорту, сделать из всех спортсменами, стараемся внести в спорт массы. Это очень важно, потому что это наша жизнь, это наше здоровье, и мы должны нашим детям, нашему будущему вложить это в данный момент, сейчас. Пока у нас есть такая возможность, мы должны это все продвигать. Гости спортивного праздника увидели показательные выступления команд по вольной борьбе из Москвы и различных уголков Подмосковья. Все желающие могли принять участие в мастер-классе от профессиональных тренеров. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.